Здравствуйте! Меня зовут Александра Викторовна Прокопюк, я доктор, онкогинеколог, онколог, мамолог, акушер-гинеколог. И сегодня я хотела поговорить с вами о такой теме, как климакс или менопауза. На самом деле очень актуальный вопрос, многие люди стесняются спросить, лишний раз об этом не думают или как-то уходят от решения проблемы, а проблема никуда не уходит, она есть, она беспокоит, она проявляется в разных вариантах. Я вам хочу сказать, что многие вещи можно скомпенсировать. Напомню вам, что самое главное в жизни – это качество жизни. Неважно, сколько мы с вами живем, главное, как мы живем. Мы должны жить хорошо, мы должны испытывать радость. Если есть какие-то симптомы, от которых можно избавиться, связанные с возрастом, мы с вами должны все-таки использовать возможности современной медицины. Как достичь баланса? Как вот в этом возрасте интересном, переходном, никуда не провалиться, ни в какую историю неприятную, я имею в виду болезнь, и выйти победителем? Почему? Потому что в период менопаузы, вот когда перестраивается организм с одного возраста на другой, с одного гормонального уровня на другой гормональный уровень, очень часто в этот период маскируются разные болячки, возникают полипы, женщина думает, что у нее там все хорошо, это просто переходный период, а у нее там что-то растет. Итак, мы с вами должны учитывать возраст женщины, мы должны учитывать этапы взросления женщины. Так или иначе, в каждом возрасте свои особенности гормонального фона. 25 лет – это возраст такого расцвета, когда женщина уже получает все свои гормоны, женщина прекрасно выглядит, она у нее уже имеет какой-то опыт. Но самое главное, что в этот период, как правило, все хорошо. Нормальный менструальный цикл, все здорово, женщина готовится стать мамой. Хотя в последнее время все позже и позже женщина планирует беременность или вообще ее не планирует, либо думает, все успею. Но вот в 25 лет идеальное время для родов, потому что организм набрал все свои обороты, максимальные возможности, и женщина может родить. Следующий период – это 35 лет. Это когда уже карьера сложилась частично, когда уже женщина точно знает, чего она хочет, как распределяет приоритеты. Возраст прекрасный, но мы должны помнить, что в этом возрасте возникает очень часто рак молочной железы. Поэтому с этого периода женщина должна ходить к врачу обязательно хотя бы один раз в год на чекап, на проверку. Тогда это избавит вас от любых проблем. И если даже что-то будет, то вы найдете это все на начальных этапах. Следующий возраст 45. Как говорится, баба-ягодка опять. Это последний такой хороший гормональный всплеск, когда повышается уровень эстрогенов, женщина прекрасно выглядит, все хорошо, но это опять-таки период, когда женщина должна быть к себе максимально внимательна. 45-46, вот сейчас будет всплеск эстрогенов, а потом гормоны начинают постепенно снижаться, дело туда уже к менопаузе. И вот в этот период женщина не знает, она думает, о, не пришла менструация, ну, наверное, подожду следующую. Под такой картиной прячется беременность. Мы должны вовремя ее обнаружить, в идеальном варианте родить. Бывает такое, что нет менструации, смотришь, а у женщины истощились яичники, она много работала, у нее было много стресса за последний период. Ее яичники отказались работать. И туда-сюда, и смотришь, уже признаки менопаузы. Вот в этот период мы можем помочь женщине, дать ей немножечко фитоэстрогенов, немножечко успокоительного, проработать ее эмоциональную нестабильность и получить прекрасный результат в виде того, что яичники снова будут работать до положенного срока, природой заложенного срока, это вот в районе 50 лет. Но вот в этот период с 45 до 50 очень много возникает полипов. Ходите на УЗИ, пожалуйста, хотя бы один раз в год. А идеально в нашем ритме жизни появляться все-таки у врача один раз в 6 месяцев.
Это избавит вас от очень большого количества проблем. Следующий возраст – это когда уже за 55. Это уже возраст мудрой женщины, когда гормоны уже чуть-чуть ослабляются, эстрогены, но здесь выходит на первый план давление, потому что мы много с вами об этом говорили, о том, что мы зависим от эстрогенов. Как только уровень эстрогенов снижается, у женщины начинаются скачки давления. Помните об этом. Об этом тоже нужно позаботиться. Позаботиться о сосудах, о суставах, о костях. Женщину надо ввести в состояние полного баланса. Это гормональное здоровье, гормональный баланс. Это вот когда у нее все хорошо, спокойно внутри. Мы должны обязательно для этого использовать возможности природы. Мы должны использовать возможности духовных практик, возможности успокоительных каких-то средств, но не спешите садиться на антидепрессанты. Это, в общем-то, достаточно опасно. Не устаю вам об этом говорить, что антидепрессанты, на них легко подсесть, с них очень тяжело сойти. Сила человека внутри него самого. Возможности природы, они тоже внутри природы. И использование натуральных средств очень часто позволяет избавиться от каких-то серьезных проблем, профилактировать эти проблемы, либо в сочетании с какой-то серьезной терапией, как добавление к терапии, если мы используем эти средства, они помогают ускорить выздоровление. Ну а про реабилитацию я вообще не буду даже лишнего говорить, поскольку натуральные препараты в реабилитации любого заболевания – это просто золотое дно. Я хочу немножко рассказать вам о том, как же стареет женщина. Внешне все может быть хорошо. Мы уже с вами научились ухаживать за своей кожей, предусматривать какие-то моменты внешние. Но есть же еще невидимая часть айсберга. Это ваше давление. Давление – это всегда сосуды, это кости, это волосы, это кожа. Если вы обратите внимание на презентацию, то у женщины редеют волосы именно на верхушке головы по мужскому типу. Если вы посмотрите, что происходит с костями, они становятся дырявые. Поэтому при любом падении мы получаем переломы. Следующий момент – это ваши суставы. Толщина хряща становится тоньше. И это создает огромные проблемы, и женщина испытывает дискомфорт в суставах. Это все эстроген-зависимые органы. Хотя, казалось бы, мы об этом вначале даже не думаем. Для того, чтобы этого избежать, надо начинать принимать фитоэстрогены еще в период, когда только начинаются какие-то первые симптомы. И вы увидите, что вы сможете сохранить ваши суставы, кости, вы сможете сохранить ваши волосы, и не только сохранить, но если даже есть какие-то проблемы, то и восстановить. Когда-то я была на одной конференции, и вы знаете, меня очень сильно удивил подход травматолога, когда женщина из зала, это была конференция фитотерапевтов, женщина из зала задала вопрос, она сказала о том, что у нее коксартроз, то есть нарушение там вот в тазобедренных суставах, это боли серьезные, ограничения подвижности. И травматолог стал ей рассказывать про то, как надо там что делать, принимать. И в основном, что меня удивило, он стал говорить о том, как снять симптомы. Он ничего не сказал о том, что, дорогая моя женщина, вам уже 62, и у вас уровень эстрогенов упал, сходите к гинекологу, или вон сидят три гинеколога, давайте спросим у них, а проблема совершенно очевидная, женщине нужно дать фитоэстрогены, да, до конца мы не восстановим, если там уже есть разрушение в хряще, мы не восстановим, но мы не только будем ей давать хондропротекторы, вещества, которые помогут восстановиться суставам, мы дадим ей фитоэстрогены, которые будут препятствовать их разрушению дальнейшему и помогут нарастить этот хрящ. Хондропротекторы будут более эффективны именно в том случае, когда женщина будет на этом фоне принимать фитоэстрогены. Это очень важный момент. К сожалению, многие этого не учитывают. Или бывает такой случай. Я очень люблю гинекологов мужчин, но почему-то часто сталкиваюсь с тем, что когда
когда женщина приходит и говорит: доктор, у меня приливы, там, у меня еще какие-то там моменты климактерические. Он говорит: вам надо перетерпеть, с этим надо научиться жить, ничего терпеть не надо, ничего переживать не надо. Вы должны быть идеальной мамой, идеальной бабушкой, идеальным работником. А для этого вас не должно колбасить в разные стороны. Этого можно достичь только в том случае, если вы будете вовремя получать терапию. И не обязательно для этого синтетику принимать. Мы можем начать пробовать именно с фитопрепаратов. И будет прекрасно работать. Следующий момент. Во время недостатка эстрогенов у женщины истончаются все слизистые. Это слизистые рта, слизистые мочеполовой системы. Истончаются кости, суставы, хрящи. И нарушается осанка. Плечи уезжают вперед. Женщина обязательно должна заниматься спортом. За вас ваши мышцы никто не проработает. Вы должны заниматься мышцами спины. Тогда у вас будет хорошая осанка. Тогда у вас будет хорошая длинная шея. У вас не будет ущемляться позвоночная артерия. И не будет по этой причине подниматься давление. Вы начнете принимать фитоэстрогены. И вам уже станет легче на этом фоне. Плюс физическая нагрузка. Не в огороде, а физическая нагрузка. Конкретно, на конкретные мышцы. Прорабатывайте, заботьтесь о своей спине, о своих ногах, о своих венах. Очень сильно влияют уровень эстрогенов на состояние ваших десен. Десны начинают опускаться и оголяются шейки зубов, зубы начинают шататься. Это тоже связано с гормонами. Поэтому прием фитоэстрогенов поможет вам и эту проблему немножко закрыть. И следующий момент. Я же все-таки гинеколог, я расскажу вам, что это все равно еще молодая женщина, да, там 50-55. Эта женщина еще живет половой жизнью, а у нее уже сухость, у нее тонкие слизистые. И если вы посмотрите на картинку, то в момент, когда у женщины все с гормонами в порядке, когда уровень эстрогенов высокий, у нее в эпителии там 6-7-8 слоев, и сверху на эпителии живут лактобактерии, которые защищают этот эпителий. В момент, когда уровень гормонов снижается, остается один лысый слой, который ничем не защищен, лактобактерии единичные, и получается так, что там уже даже сосудики просматриваются, и гинеколог это, как правило, видит хорошо, даже невооруженным глазом. Но у нас еще есть такая штука классная, как кольпоскоп. Кольпоскоп, это, конечно, видно вообще шикарно. Именно в этот период мы должны придумать, как мы будем с вами поступать. Здесь мы должны пойти двумя путями. С одной стороны, мы принимаем фитоэстрогены внутрь, для того, чтобы это нам помогло наполнить вот это недостающее депо, для того, чтобы они работали для костей, для слизистых, для всего, что мы с вами перечислили, для глаз. Слизистая глаз тоже очень сильно высыхает, и вы чувствуете сухость. Я бы хотела особенно остановиться на ваших жалобах, чтобы вы понимали, что есть признаки недостаточности эстрогенов. Какие они? Сухость во всех местах. Какие-то появляются выделения с неприятным запахом. Почему так происходит? Потому что на вот этот лысый эпителий начинает все цепляться. Все, что мимо проходило, все прицепилось. Поэтому эпителий надо поддерживать в хорошем состоянии. Следующее. Частое мочеиспускание или небольшое недержание мочи. Бывает такое, что женщина чихнула и говорит: доктор, все подтекло. Это тоже связано с тем, что эпителий уретры и вообще вот сама уретра, она эстроген зависима. Плохие анализы. Вы сдаете мочу и вдруг видите, что там огромное количество всяких там бактерий, каких-то отрицательных, грамположительных. Потому что слизистая мочевого пузыря тоже страдает. Но все это можно скомпенсировать. Хочу рассказать вам еще один очень важный момент. Вот есть у нас молекула эстрогена. Когда она расщепляется, образуя некоторые метаболиты. И вот только один путь нормальный, все остальное опасные пути, опасные метаболиты. Когда вы находитесь в хроническом или в остром стрессе, у вас идет в организме вот этот опасный путь
самый страшный, с образованием опасных веществ, и они начинают накапливаться в организме. Когда вы резко худеете и не выводите продукты распада, у вас накапливаются эти вещества в организме. Когда вы неправильно питаетесь с большим количеством фастфуда и не думаете о том, что вы едите, у вас накапливаются вот эти вот опасные метаболиты. Пока до вас дойдет, что надо все-таки поменять образ жизни, поменять отношение к каким-то ситуациям, вы можете применять препараты, содержащие фитоэстрогены, которые заранее заблокируют вам вот эти вот рецепторы и запустят ваш путь по правильному пути расщепления. Помните о том, что мы вообще в процессе жизни накапливаем с вами вот эти вот вещества. Хотим мы этого, не хотим. У нас не всегда есть возможность о себе позаботиться. Тогда мы должны, понимая это, применять какие-то детокс-системы. Причем это должно быть регулярно. Иногда меня пациенты спрашивают: Александра Викторовна, а сколько мне уже вот это вот пить? Я тут уже 2 месяца это пропила, хватит? Я вам скажу: нет. И не потому, что я вот такая какая-то вредная, а потому что мы с вами постоянно находимся под воздействием каких-то факторов, которые способствуют вот этому отрицательному балансу. Сейчас очень много литературы посвящено свободным радикалам. И вот действительно, если вы посмотрите на картинку, вы увидите, как повреждают свободные радикалы клетку, откуда они берутся. Ионизирующее излучение вокруг нас, отовсюду, курение, употребление алкоголя, употребление каких-то лекарств, которые синтетические не всегда помогают, питание совершенно не сбалансированное, недостаток омега-3 жирных кислот. Это все способствует формированию вот этого состояния, когда в организме очень много свободных радикалов. Это является механизмом для образования любых онкологических проблем. А статистика сейчас по онкологии просто ужасная. И на первом месте по статистике это рак матки, рак молочной железы и рак толстого кишечника. Эстроген-зависимая патология. Еще очень много у женщин раков щитовидной железы. Особенно страдают, пик заболеваемости 30 лет. Помните, пожалуйста, об этом. Это все стресс-индуцированные вещи. Стресс – это только самый последний момент, да, вот потом возник стресс, женщина пошла к врачу и смотрит, а там уже опухоль. Но это же как-то долго накапливалось, это же признак того, что вы либо не замечали, либо не хотели замечать, что есть проблема. Поэтому мы с вами должны договориться, что вы будете к себе внимательны, вы будете понимать, что с вами происходит. И если вы не можете отказаться от курения, вы не можете отказаться от переедания, вы не можете отказаться от своего неправильного образа жизни, то хотя бы проводите себе детокс-системы, принимайте ли сейф, принимайте брейк-блок, принимайте хитозан, и это даст вам возможность снизить вот эти риски. Итак, что же мы имеем в плане симптоматики? Мы имеем гинекологические симптомы, соматические и вегетативные симптомы, давление туда-сюда. Как только погода меняется, давление становится нестабильным, то низким, то высоким, головные боли, плохое настроение, бесконечная депрессия. Лишний вес, он тоже как-то так набирается, именно вот начиная с того момента, как наступает климактерический период. Психопатологические симптомы, когда депрессия достигает такого уровня, что иногда это может закончиться суицидом. Мы с вами должны всего этого избежать за счет правильного отношения к жизни, за счет того, что мы будем понимать, что стареть нужно достойно, за счет того, что мы будем понимать, как убрать вот эти неприятные симптомы, чтобы женщина была довольна жизнью и могла поделиться своей положительной энергией, прежде всего, со своим мужем, со своими детьми, с какими-то своими сотрудниками на работе. Если женщина излучает позитив и счастье, у нее ничего не болит, не болят суставы, не болят зубы, она упала, поднялась и побежала дальше, ничего себе не сломала. Это же счастье. Вот именно к этому мы с вами должны стремиться.
Как же мы с вами будем действовать? Первый вариант – это всегда синтетические гормоны. Но обратите, пожалуйста, внимание на картинку. Варикозное расширение вен. Вены всегда очень страдают от синтетических гормональных препаратов. Резко повышается риск рака молочной железы. То есть риски очень высокие. Женщина не всегда становится спокойной. Она иногда не в балансе. Поэтому гормональные препараты нужно назначать только тогда, когда другого выхода нет. Как же мы с вами можем поступить? Какие есть альтернативные варианты? Первое. Мы должны с вами убрать вегетативные все симптомы. Каким образом? М-пауза прекрасно работает. Она убирает все симптомы, которые женщину беспокоят. Я хочу вам напомнить о том, что в теплое время года мы не можем отменять М-паузу. Это период, когда мы должны дозу удвоить, если есть какие-то неприятные ощущения. Вам это ничем не грозит. Главное, что у вас не будет вот этой дикой потливости, раздражительности, приливов, каких-то неприятных симптомов. И ваше давление будет более или менее стабильным. Следующий момент. Для того, чтобы вот этих скачков не было, к М-паузе обязательно надо прибавить баланс. Обязательно надо прибавить интеллект. Это позволит сохранить вашу нервную систему в абсолютном балансе. Ну, работать над собой, это понятно. Мы с вами обязательно должны поддержать функцию печени, потому что в этот момент на нее идет огромная нагрузка. И это период, когда мы можем получить камни в желчном пузыре. Поэтому, пожалуйста, применяйте лифсейв. Это сделает вашу желчь жидкой. И не будет застоя желчи, и не будет нарушения пищеварения, а самое главное, не будет камней. Более того, мы с вами улучшим работу печени настолько, что гормоны начнут расщепляться там в правильном цикле, у вас не будет риска пигментации, не будет никаких неприятных ощущений в желудке и так далее. Отдельно хочу вам сказать про сосуды. Если вы сделаете анализ, биохимический анализ, называется он липидный профиль, то вы найдете там липопротеиды низкой плотности и липопротеиды высокой плотности. И вот вам обязательно надо посмотреть вот это соотношение, насколько высоки у вас атеросклеротические риски. Для того, чтобы профилактировать атеросклероз, то есть формирование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, вы можете увидеть это на картинке, вам обязательно нужно выполнять какую-то хорошую физическую нагрузку. Это, конечно, идеально бег, но бег не позволяет нам состояние здоровья, поэтому это ходьба. Это хорошая такая ходьба по 10 тысяч шагов в день. И это способствует прокачке крови через все сосуды и уменьшает застой крови в отдельных тканях и сосудах. И дальше вы должны обязательно принимать Clean Help, который помогает вашим сосудам очиститься. Вам обязательно нужно применять омегу-3. Причем помните, что в нашей стране безумный недостаток омега-3. Мы не можем с вами ведрами есть рыбу жирную. Это ваши гормоны, это ваши сосуды. Это позволит вам удержать ваше давление на нормальном уровне. Потому что мы с вами должны понимать, откуда берется давление. Где-то есть сужение просвета. Либо ущемилась позвоночная артерия, либо просто атеросклеротические бляшки сузили просвет сосуда. И для того, чтобы сердце протолкнуло кровь через этот сосуд, автоматически надо повысить давление. То есть это компенсаторный механизм. Но там, где у вас сосуд забит атеросклеротическими этими бляшками, там они неэластичны. То есть поднимается давление, сосуд должен расшириться, а он не может, он может только разорваться. Вот здесь мы получаем с вами инсульты и инфаркты. Поэтому мы чистим сосуды, мы готовим сосуды к тому, что в жизни бывают разные ситуации, чтобы они у нас были подготовленными, эластичными. И, конечно же, в этом смысле очень хорошо к этой схеме прибавить такой препарат, как Норм, поскольку он нормализует обмен веществ и в том числе связывает вот эти вот атеросклеротические бляшки и выводит их из организма. Вот вам еще одна схема. Вернусь к костям и суставам.
какая же схема для костей и суставов? Как вам их восстановить или профилактировать вот эти неприятные ощущения, про которые мы с вами говорили? У нас есть с вами первое – препарат М-пауза. Мы уже с вами решили, что он изнутри решает все проблемы и не дает им образовываться. Но у нас есть с вами такой препарат, как комфорт. Он будет восстанавливать вам хрящи ваши. Это хондропротектор. У нас есть ОК-комплекс, который содержит микроэлементы, в том числе кальций, который восстанавливает плотность ваших костей. Более того, вот интересно, что в препарате должен быть обязательно йод и селен. В фитопрепаратах Choice это присутствует. Для чего это нужно? Если мы с вами будем пить только аптечный кальций, то наши кости будут плотные, но хрупкие, и при любом падении будут ломаться. А они должны быть эластичными. Йод и селен создают такую, как каркас для вашей кости, куда оседает кальций. Тогда кости более эластичные, и при падении они не ломаются. Это очень важный момент. И бывает такое, что пьешь препарат, кальций тот же, да, а он оседает только там в виде камней в почках, еще где-то. Вот я бы хотела обратить ваше внимание на такое понятие, такой термин, как биодоступность. То есть все, что вы употребили, оно всосалось там, где нужно, и осело там, где нужно. Вот этот момент всегда фитотерапия выигрывает по сравнению с какими-то синтетическими веществами. Следующий момент. У нас с вами есть такой суперфуд, как бобовые. И вот там очень много эстрогена. Применяйте их. Может, даже сами заметили, что вы, когда видите бобовые, вам просто хочется на них наброситься и все съесть. Это организм сам вам подсказывает, что нужно это употреблять, что в этом содержится то, что вам, что чего вам не хватает. Я вам очень рекомендую к вашему рациону добавить вот суперфуд из бобовых. В конце вашего дня, пожалуйста, макросорб. Он не только выведет вот эти продукты распада всех белков, жиров, углеводов, все, что мы там накопили в организме неправильного, всякие метаболиты, он еще будет способствовать минерализации ваших костей. Это очень важный момент. Он содержит огромное количество микроэлементов. Масса исследований показывает, что мы страдаем от дикого недостатка микроэлементов. Поэтому, если мы можем каким-то образом себе помочь, мы обязательно должны это делать. Применение антиоксидантов. Это обязательный момент комплексной терапии. Вот эти вот свободные радикалы, которые гуляют в нашем организме и создают там проблемы, они связываются и выводятся антиоксидантами. У нас с вами есть антиоксидантный комплекс Free Life, у нас есть омега. В вашем рационе обязательно должно быть достаточное количество клетчатки. Клетчатка работает в вашем кишечнике, так же как детоксикант. Единственное, для того, чтобы она работала хорошо, вы обязательно должны употреблять достаточное количество воды. Поскольку если вы будете пить недостаточно, могут начаться запоры, а нам это не нужно. Организм, как женский, так и мужской, это как музыкальный инструмент. Его топором настроить невозможно. Здесь надо быть максимально деликатным, максимально аккуратным, потому что поломать легко, а восстановить это все невероятно сложно, иногда на это уходят годы. А когда же мы будем наслаждаться жизнью, если мы будем все время лечить какие-то свои проблемы? Гормональное здоровье, с одной стороны, это очень сложная система. Это система, которая требует особого внимания, очень бережного отношения. Поэтому мы должны с вами быть к себе очень внимательны. И если мы можем помочь себе легко с использованием каких-то натуральных, хороших препаратов, мы вполне можем это сделать для того, чтобы потом не пришлось лечить и, знаете, радикально удалять вместе с головой. Вот на этом я хочу пожелать вам здоровья, хорошего настроения, положительных эмоций. Будьте счастливы и довольны.